Год назад родился в моей голове проект «Чужая работа не видна». Каждая профессия, она цена, важна и интересна. За год мы сняли 21 профессию. Хоть «Чужая работа не видна», а мы вам ее покажем. Я хочу сказать слова благодарности тем фирмам, как частным, так и государственным организациям, которые просто осмелились и нас пригласили. Такую профессию кто-то попробовать и сказал бы, наверное, вау, ну, по крайней мере, так хочется, да? Я думаю, что это управлять вертолетом. Капец! А я хочу самолетом! Нам довелось поработать в составе следственно-оперативной группы. Мы были на настоящем месте преступления. Получили разрешение, которое было согласовано на уровне республики. Да? Мы готовы рассмотреть абсолютно любые профессии в разных странах, в разных городах. На любой высоте. На любой высоте, на любом уровне. Поэтому приглашайте нас. Возможно, мы приедем именно снять вашу профессию. С днем рождения, нам один год. Нам один год.